Французские парламентарии поделились впечатлениями от увиденного в Крыму. Группа депутатов Национального собрания в минувшие выходные совершила поездку по полуострову, провела встречи с руководством и местными жителями. Это уже второй визит в Крым французских законодателей. Первый состоялся год назад. По словам парламентариев, на родине им настоятельно рекомендовали отказаться от поездки, однако они убеждены, что не только им самим, но и другим европейцам было бы полезно увидеть все своими глазами. А для мирового сообщества настало время признать Крым российской территорией. Крым выбрал свой путь, принял свое решение. Это решение, которое принято большинством населения, выразившего свою волю относительно своего будущего. Все в международном сообществе об этом знают. И сейчас лучше было бы окончательно урегулировать этот вопрос. Необходимо уже признать эту реальность, и это единственный способ нормализовать отношения с Россией. Отвечая на вопросы журналистов, глава делегации резко и эмоционально отреагировал на провокацию представителя одного из украинских изданий, поинтересовавшегося, сколько правительство России платит ему за такие поездки. Я отвергаю ваш вопрос. Согласен отвечать на любые политические замечания, но ваш вопрос — это, прямо скажем, просто дерьмо. Вот вам сколько платят за такие вопросы? Я вам отвечать не буду и выражаю вам полное презрение. То, что вы можете задавать такие омерзительные вопросы, находясь здесь, в России, говорит о том, что Россия — страна свободная. Тем более отвратительно, что если бы мы находились на Украине, вряд ли я такие вопросы имел бы там возможность задать.